тарелки, надевая щит. Да ты линкани лучше в гильдию. Что там, есть место в РС или, блядь, я пойду в АФК? Есть место. Нихуя себе. О, видал, да, как челика просто выловил, бежал мимо. Там, короче, мне кажется, надо переносить ЦЛК на выходные дни. По субботу? Ну да, пятница или суббота. Про Геру говоришь, как обычно? Так оно же завтра будет. Я про Геру, у нас Гера на понедельник стоит. Да, кстати, согласен. Не стоит. Блин, ну видишь, как получается, две. У нас иногда получается, что Синдра Лич, вот сколько? Один раз, да, было на прошлой неделе? Или сколько раз не добивали Синдра Лич? Синдра Лич, это недолго. Да, один раз. Просто я говорю о том, что в понедельник некоторые не идут, некоторые оффаются, допустим. У них время просто нету травить, а травить нет, надо. Нет, это все правильно, но видишь, оно завязано на чем? На том, что медведи идут. Ну и что там, Т4 поглощух какая-то вонючая, и что это? А плодильный... если что, абсорб. Ну хорошо, плюс 500 еще от этого самого, от щита и от священного щита, и от щита небес, сколько там получится? 4500, да, примерно абсорб? Ну, в принципе, для дефоса. Это 4500 постоянного. Только ты учитываешь, что Т4 надо брать все, кроме рук и кроме груди. Потому что руки и грудь дают зеленую броню. Больше никакая другая шмотка не дает. Насчет 4 нет. Руки и плечи. Т4. Зачем? Руки, зеленая броня. Вот Т10. Это самое большое количество брони. У детей и у груди. Потому что Т10 плюс 3 будет давать... брони тебе даст больше грудак. Ну, я просто не смотрел, я же говорю, у меня нет комплекта, поэтому вариант не могу сказать про это. Просто у тебя получается, за счет у тебя брони будет больше за счет именно Кира. Ну вот токены выбью, посмотрю, как оно будет сидеть на паладине. Зачем вы меня сумоните? Я уже давно в инсте. Девочки, кстати, на сумон. Какой инст? Нету. Какой инст? Зимние ключи. Ты про что? Ты про кату, что ли? Ёптить. Знаете, тогда еще раз сум. МП5 распахну. Что, есть сумон? Савик, а что насчет... банкира решили. А Тёма что-то говорил, что он Пуси вроде как доверяет. Что? Кто? Чуси? Пуси, еще кому-то. Я просто Пуси-то и знать не знаю. А вот Чулану, да. Ну, у нас тоже этим занимался. Так, и что тут? Наши гид. Мастер, где этот? А где хер, которого убить надо? Хорошо. Внизу самом. Вон, видите, камень такой? Ага, мой Волдрис, видите? Волдрис, да. Бать, что это было? Это кто-то в лужу встал. Это у меня будильник был. Ой-ой-ой, а я полетел далеко. Ой, спасибо за перо. Я прилетел куда-то. В башню в какую-то, ё-моё. Ещё надо спрыгнуть. Кто танчит? Судя по ХП, я. Какая тактика? Бейте его нахуй. А, лесните меня нахуй. А, не, я на первых. Он взрыв кастует, все ДД уходят просто как в мили-зону. ФДД... типа охуеть как много. Как на Синдере, короче, такой же взрыв он кастует. Как на притяжке. Есть шиманы, ты дайте рус. Стоит, уходите. Стоите, чё? Обжигающий холод. Да-на-на! Ебать достал, блядь. Видели, да? Это зелёнки меня не... Что ты говорил, как только, чё там? Как только вылезет маленький, сразу его агри, потому что он на дэшке кулится, отрывает удара. Угу, подожду. Посмотреть, как это происходит. Че, у кого-то огонь, поставьте лед на команду, что ли? Ой, не огонь, а я скакал. У меня.
На нечаяние. Давай я возьму этот лед, а ты кастер спустя. Сука, только риснулся, блядь. Какая-то буря, как сказать. Надо, только я на максимальный рейндж отошел, который только успел, блядь. Я не знаю, чего сбивает к 100 латников. У меня обезьянки не убивает. Толстые. Ну, если толстые, без 2к хп. Кстати, интересно проверить насчет стенки. Херня вышла. Это, типа, вторая фаза. Когда я делал, он был маленьким и очень-очень-очень быстрым. Войт срывает. Я там. А вы прям на РС, да, храните? Потом РС хранит. Ну что за стаки, это от залпа, да? Это баф. Ну и чё, это весь бой, что-то интересное будет, не? Нет. Интересно было спрыгивать вниз. Спрыгивать интереснее, чем биться, а? А РС на сколько стоит? На 20-30 или на 9? 30. Ну, когда после босса летим БР. Кого четвертой карты нету, может либо среди после голос. Тут все у всех есть, и у всех профу есть. Все? Призвать Гулю, когда был сдохло, да. Нормально голды там. Ставлю портал, ребят. Давай. Ну, круто. Идите сначала на камень и тусуйтесь там, потому что лока нет. Или есть? Нету. Лимон. Чего? Чего? Че, в два холипала пойдем? Не знаю, что... Я возьму могу, это зеленый. Так, кто в рейде не хочет идти в РСК уступить место Лимону? И тишина. Че, желающих нету? О, ну отлично, Войт, тогда поиграли Шреддер, а я, блядь, на Марс полечу. Шреддер написал. Какой Марс, Лимон? Ну, у меня там стоит, короче. Специальный космоплан, блядь. Нет, давай не будем. Ты уже в рейде. О, Шреддер пишет, что уступит, чё? Я могу на замену, Шреддер. Угу, ничего себе. Тогда а тебе не надо ничего, Шреддер, ни чешку там? Я ещё посмотрю, ты ворвёшься по появлению. А то, что я написала, все заигнорили. Я танка нет туда. Второго, так что будешь первым. Так, в смысле, Войт Лимон. Шреддер, а что тебе нужно из РС-ки? У тебя, в принципе, приор 14 неплохой, ты чешку забираешь. А, нет, или если Суджир не нужна, или Роги. Или Мося. Суджира, я не знаю, будет что-то забирать или нет. Че, тебе ничего не нужно? Да я чешку Шреддер? Тоже не забираю, но, блядь. Ну окей, тогда так, спасибо, да. Что уступил. Бля, хули я в Накс лечу, я че, ебанутый. Делаем следующим образом. А у тебя сразу кольцо лидера... есть, Шреддер? Я слышь? Тебе дал лидера, я сам на замену уебал. А, хорошо. Шреддер, что у тебя из РС есть? Наручи есть, кольцо, чешка есть? Всего три вещи нужны, паладины. Ну, покалы еще, да. Блин, а покалы и мне нужны. Покалы у тебя есть. Ля, что там запрет? Короче, есть. А кольцо есть? Все. Кольцо, которое с ловкой. Он вот не кольцо. Собирается в Агилу. Че ты его, блядь, учишь, нахуй? Он не поймет этого никогда. Ну, не собирается, значит, я соберусь. Так, у нас 5 человек на замене. Погодите, сейчас я отсортирую всех сначала. Сейчас долечу. Так, 5-й группе хилы, я правильно понял, да? Ну, о, поговорите. Как
Я понял, тоже, да. Там все хилы. А что за твой хозяин? Я твой батя, фулл хилы. Ясно. Ну все, летите в РС-очку. О, а что я умер? Что-то я не пойму. Я приземлился, на полетку прилетел и умер. Что за борода? Кирилл, да, Шансунг? Кирилл, я прилетел и сдох тупо. У меня также все ОК было. Я просто как сделал с платформы, когда она уже приземлилась. И все. Я просто он прилетел, сломал бошку. Упал, ёпта. Так, это за что, ЕП? Ломно. Весело. Лимон. Лимон, у нас чего? Есть новое правило. Ну, как новое, оно есть, но мы его не использовали просто. Ты о чем? Про то, что в рейде, короче, что? РЛ может дать игрокам за хорошую игру, если ты не читал, конечно. А, да это я почитал уже. Про ЕПД 500, да. Я почитал, спасибо. Пойдемте пиздить, блядь, мне сейчас времени. Тоже сейчас времени. Так, так, восьмая группа, не расходитесь, если вдруг кто-то офнится, его не будет больше трех минут, я буду менять. Чек на АФК для начала, по бафам. Твинси кресты. Давай нет, давай так, Твинси курит. Зеленый бабл, ты раздаешь кресты. Шреддер. Так, о, Шреддер же может вступить, да? Шреддер, а ты кому можешь вступить в восьмую группу? Там Рога просится. Рога, да? Ну хорошо, давай Рога. Транквилити, лети в инст, Шреддер в восьмую группу. Вроде все, попозже раскидаю по реальности. Я раздаю прото. Хозяин у нас Ретрик. Ретрик, раздаешь каски. Или как лучше будет сделать? Да, раздавай каски. Твинси, тогда раздавай кресты. Я же кресты давай. Ну хорошо, кресты дай. Зеленый бабл, тогда кулаки раздашь. Можешь, я на минуточку сейчас. Угу. Раздаю прот и гуляем трэш. Кто еще не в инсте, долетайте и так далее. Что, зеленые кулаки, да? Угу. Так, где Транквил? А, он летит. Лимон, у тебя щит красивый. Да, вообще один из лучших на внешний вид. Причем он с обычки, с Герр по цвету различается. Мне с обычки нравится больше по цвету. Макс, столик, пожалуйста. А, вот рыба есть. Набирайте 8 штруделей, это залог победы. Так учил Войт. Мне их никогда не беру, мне хилы хилят будет. Хорошо, чек на пул, трэш. Хилы здесь. 3 хила здесь. 2 танка здесь. Отлично, этого достаточно. Погнали. Не забываем бить пробудителем косты. Он на винаре трэша. Можете бить его. Что забрала? Посмотри на меня. Это уже от меня. Ну, погнали, только не стоит. Косты бейте, вот эта волна пламени. Волшебный поток сбивает его, щит не стоит для меня. Что там еще? 4 паладина, молот правосудия, вары зуботычно. Любой стан сбивает, притяжка ДК сбивает. Ну, не знаю, кто-то говорил, что что-то не сбивает, но я в это не верю. Может быть, дельнишинг, наверное, на стан. Так вообще, наверное, все сбивает. Охуенно сбила, да, притяжка ДК? Притяжка не сбивает, сбивает станы только. Только точный стан. Либо массовый. Либо массовый, да, прерывание заклинаний. Еще Рейфа сбивает вары. Рейфы могут волшебным потоком. Че у варов? Фир. А, ну фир, да. А второй закрыли. Нормально, танчим их. Херня, вижу, агро летит. Забыл включить. Пора. Вот, я сейчас кинул молоток, и он ушел, где минишник там. Молоток. Давай нахера все в молоток. Что нахера? Что такое молоток?
Молот гнева правосу... Нет, молот правосудия. Ну, не молот гнева, а статус. Ну да, на 30, на 6 секунд. О, смотри, трэш пришел. Давайте левый тогда пока он. Все, забираю большого. Меня зеленый бабл хилит. Плейтинг побыстрее, а то я отъеду. Ой, трэш, не бейте, бейте командира. Кто сюда бежит? Хозяин, уйди отсюда. Бей, иди командира. Можешь дергать по одному пробудителя и сливать их, чтобы все не дали. Чулан, блин. Все, забери вот этого пробудителя в центре, ага. Все, встан и бейте, ему по очереди сливайте. Вытягивайте второго, кто там ДК, два ДК есть. Старта вытягиваем, ага. Ладно, пока эти придурки стоят, я вам сейчас приведу еще одного командира. Там 40. Успеете добить, короче. Командира забирай, на нем стоит ромбик. Убивайте его. Потом все так же выдергивать, пробудить и даете им пизды. Только командира убьет. Можете привести двух гвардейцев и тоже ко мне. Так, кто тебе бунт дал? Что? Кто мут пану дал? Не знаю. Выдергивай пробудителей. Пробудители выдергивайте по очереди. Ну, правильно, там вот себе идти, чтобы не попадать под миликов, под этот, под клиф сраный. Второго выдергивай. Потом ретаунт любого агрессора, видишь, он там стоят отдельно, как только что в рейд не поворачивай мордой. Нет, не тот. Вон сзади стоят двое. Он не сбейт, ага. Только ретаунт делайте, они могут ходить начать. Они багаются как-то без побудителя можно ворваться, ничего не мешает ДПС. Может их станкить? О, давайте в кучу их соберем сейчас. Идите сюда. Врывайтесь. На пульте на меня хорошенько. Так, я танк, Алиса танк, кто еще? А, вот. Ой, теперь ты же с танка после. Да точнее нет, убьем, убьем дракона. Алиса, танчишь соло, я быстренько спекаюсь в ретлика. После дракона идем на болтар. Давай, Шансон.
Ты хозяин, как тебя зовут? Он твой хозяин, ты не знаешь, как его зовут? Да не, просто на X1 был такой персонаж, и у него был приз с ником «Твой хозяин» и «Мой хозяин». Я подумал, может быть, это ты. Лиса Соло. Я думаю, это самый распространенный ник, но до него не тяжело додуматься. Лис, пуляй. Я бы до такого не додумалась. Я постоянно над никами полтора часа думаю. Метками выходим. Хан Трога, надеюсь, вы успели намазать яды. Бесу не забывайте снимать. Вот есть хан? Что-то не вижу хантов. По дороге сбивайте хан. Мангу, молодец, не дурка. Наверное, бы пассажиры тот же, блядь, кто и Ержан. Ержан, что? Вот, смотри, магия. Что, новые маги появились? Тайном. А, ну он скилл, понятно, это был. Такие метки убегайте. Стоп, тайном маг это ангел? Нет, он нет, их трое тут. Нангал, анскилл и кто там еще и тайный. Все маги, честно, на одно лицо. Смотрим, на ком меточки. Шо, все голубые, что ли? Ну, на ком метки. Смотрим. Где метки? Ага, вижу. Транквил, анскил, помидор, господин Джованни Нижнего. И раньше другу набирайте, крестик луна, вы там друг другу спите. Больше не вставайте так. 8 метров раньше набирайте. С метками друг друга. Рога, рад, блядь, следующий раз. Захиливайте. Наверслип сейчас отъедет, уже отъехал. БР не надо давать без команды. Да, я так не могу понять, кому сейчас кисть серию давать в дальнейшем. Босса. Как только босса убьем, наверслип тело покидаешь, забегаешь в инсту на сумках. А, что на сумках. Лиса, кому даешь истерию? Никому. Сейчас клир таргетом, правда, вначале дала, она отъехала. Обычно давай. На хилов даю. Коту или Роди? А кому еще? Какому Роди, блядь? Фонтане, коту давай. Смотрим на метки. Моросы, дайте, блядь. Нахер вам Роди давай. Господин Нижегородский Чулан, Войт, зеленый. Господин Нижегородский Чулан, мистер Тайбат. Шамана, кила покидайте, бегите. Бегите к Балтару. Войти, какая-то танка. Алиса, танчишь босса. Я танчу первую копию. Войти, танчу вторую. Так, кто пирожков? Нет маги. Угу. А, пирожков дайте столик маги. Спасибо. Моя аура брони. Тринси, третья аура. Зеленый бабл. Аура тьмы, хозяин аура огня. Почините шаманы, стоит мамонт, раздайте бафы по шаманам. Все вроде на всех есть, чек на пул. А после рев что-то будет? Полечу на Марс. Ссылка здесь. Сон будет. Ага, все готовы, Алиса, вперед. Не забываем, под мордой не стоим, с этим, с прижиганием. Уходим в рейндж и дрочим там 10 секунд, пока не спадет дебаф. Перед мордой босса не стоим, милики, смотрите внимательно, как ходит танк. Подстраивайтесь под него. Короче, рисхи. Ну все, бейте милики вот со стороны, где на тигре. Прижигание разнесли. На ком прижигание? 8 метров в сторону. Этот самый. Транквил под мордой, да, ставил? Красава. Это череду, наверное, дал. Впрочем, похуй. Да ничего там не поворачивали, блядь. Посмотри, где ты умер, вот здесь вот. Ты стоял и получил клиф, не пизди мне тут.
Я видел, где твой труп лежит. Прижигание вынесли. На ком прижигание вынесли, стоим в РНЖ 8 секунд. Только перед мордом не выходите. Так, Бабл хилит Винар. Меня хилит Твинси. Войда хилит два шамана. На рейде тот самый. Второй шаман, точнее. И друг. Неверслип. Ага. Войд, следующий копий где-нибудь слева там потанчишь. Вот, зрадуйся, Мосса, тебя больше в Ордру спекать не будут, возможно. Это не факт. Ну, я пока нет. Ордру добрал. Прижигание выносить, если я молчу и есть прижигание, это не значит, что его не надо. Шторм Пинков. Полипал, который хилит ДК. Кидай, пожалуйста, священный щит на танка. Хорошо? Полипал, молодец. И всегда его поддерживаю в бою. Если это не. Если ты хилишь не против. 3% вторая копия. Стаками осторожнее. Ну вот, дулись. Что там по стакам? Стаков нет, отлично. Прижигание. Мы уходим. Уходим. Прижигание разносим. Сейчас копия будет. Войд, лови копию. У меня ревность недалеко откинула, хильте меня. Геру, давайте. Геру, и бейте каждую свою копию. Ну, по возможности. Кто со стаками убегает, бить другую копию, и все. Хозяин прижигания. Че, пойду-ка, кто там, Твинси стоит, пойдет в другую сторону. Меня убило, заебись, 50 тысяч. Заберите быстрее босса. Есть БР? Журада, БР не меня. Спасибо. Забрал одну. Прожался. Меня похилили только. Все, добивайте босс. Ну я видел чувак, ничего страшного. Бля, вот что это за дела? Как он меня убивает? Я ваншотит. Почему? Меня спрашиваешь? 54,5 тысячи удара. Это что за удары такие? Добивайте босса в Войда оверхил. Две копии держит. Войд, гуляй с ними. Под морды не стойте только. Что, болтар что ли починили? Когда он убивал так людей? Всегда. Может быть такого. Меня раньше шотло, теперь шотает лимона. Что-то борода какая-то. Ты от стаками. Смотри, сколько стаков. Что тебе шотает? Там минус 50 было. Было стаков, ну, 30, может, 32. Ну и что, это всего лишь 80% урона. Не знаю, меня... Не знаю, там нихера вроде не меняло. Потратьте ману, эти самые... Покидайте тело. Бегите на дракона. Твинси, это я рак или чё? Или я? Ну, я стою. Стою, хуя попал. Первый раз там еще реально было захилить там. Там даже шторма не было, понимаешь? А второй раз ваншот, это стоп. Ну да, видел. Видимо, первый у тебя ревностный на откидывание сработал. Ну я там отдал эту сакру с жуком. Это хилы слабые. У меня такое подозрение. Ладно, дайте касочку, ребафните паладинов, друлей, кого там. Давайте бегом бафер. Антифиром. Хансунг тут. Отлично. Джованни. Твой первый антифир. Шансунг, твой второй. Да и Баттер, твой третий. Чек на пол. Джованни, Винар, Алиса. Погнали. Если не прямая, значит, я с кем-то переписываю. Алис, хватит бухать, хуярь босса, иди. Алма. Варен, дай. Кто там дает касту? Хозяин.
прикончить вас. Войт, хочешь сумрак потанчить? Или реал? Слуги, обратите их в пепел. Чё молчишь-то? Я знаю, кто есть желающий. Алиса. Я бы подошла. А ты, Лимон, умеешь играть флешками по танку? Липалом-то? Ты как? Ретриком. Ретриком, ёбаный. Ой, это такое, пизда, не хочу этим заниматься. Ретрик должен ДПСить, зачем ему помогать как-то рейд? Говоришь, Флэйк. Иди в жопу. Да не хочу я флешки доставать. Ну так и танчи сам, значит. Тебе, зачем тебе ретрик кастующий флешки? Там чтобы я вообще божественно себя ощущал. Там, да ну нахер. Вон качай палуси и кастуй по себе флешки. Я кастовал по людям флешки. Ну вот кастуй. Ну, Лимон, это мне нравится. Мне не нравится флешки кастовать. Ну все, вы. Люди Шреддера, не буду с вами говорить. Люди Шреддера. Шреддер вообще лучший ретрик на сервере, что? Потому что ему похуй на все, блядь. Он хочет, чтобы мгновенно я кидал по нему, блядь, вообще. Задрочить мне. Надо придумать видосик по Шреддеру, блядь. Хотя это слишком много внимания ему тогда было. А что там, антифир даете? Я спиной стою, не вижу что. Судя по тому, что босс не бегает, значит даёт. Роги, у кого стоит символ на веер клинка смотри на пула? Транквил, помидор есть? Транквил, тимон, помидоринка, не знаю. Амбицильно, да? Ну, раз 25 гер, когда будет трэш съедать хилов, тогда, блядь, посмотришь. А, ну, это если мутит, тебе... Так, Алиса... Алиса в свету, я во тьме, наверное. Правильно, и выйдет с дракона. О, сразу бежим в центр. Отлично. Центр, бежим. Давайте, у нас есть 30 секунд. На баб. Алиса, танчишь реал? Или кто? Точнее, нет, давайте отойдем в пизду, я еще группу не раскидал. Отходим. Сейчас, 2 минуты. Поставьте рыбу, кто-то умирал там. Фулл ребаф. Сейчас, погодите, пати раскидаю. Так, первая, вторая. Это будет реал. Третья, четвертая. Это будет тьма. Так, бузер. ТДД, да? Ага, укрощение. Три мага. Где рыба? Ага, на горе стоит. Ешьте рыбу. Так. Чулан. Чулан у нас сова. Значит, чулан идет в свет. А в тьму идет Анквилити. Еще раз группу посмотрите свои. А, надо шарп еще поменять. Шарп я тебя с Лимом. Первая, вторая группа. Реал. Танк там. Алиса и Вина в реале. Сумраки. Третья, четвертая группа. Танк я. Хилы. Бабл. В сумраке. Журада в сумраке. Шаманы, кто хочет в сумрак? Глеф, Наверслип. Шаманы. Ну тогда надо. Да мне без разницы. Ну, хорошо, Наверслип, сумрак, Глеф, Твинси, Хилит, Реал. Твинси и Глеф. Вы, точнее как, смотри, Твинси, ты остаешься в свету с танком, шаман второй. Ты заходишь в сумрак, выходишь вместе со всеми. Глеф, тебя касается, слышишь? Да, меня? да, принял. Отлично. Все. Желающих больше уступить нету вроде, да? Поедем босса, правильно, вот. Иди, отходи, кто там стоит, там скилл. Вы что, босса рейдите? Да, мы, блядь, играем как раки. Ебать я, сука. Быстрее заходим в центр, мага бафните там. Давай вниз спускайся, бегом. Все, Алиса, танчишь первую фазу. И, блин, ну силки не перебил, после зуба ман. Че, как манула? Зато ждем. Не сдохнешь теперь. Так, ой, ты в ДД, ставлю тебе меточку тогда, вот такую волшебную.
так у меня вот. Уже звезда. Ну, ее хуёво видно. А, нет, вот пусть лучше будет вот такая. В сумраке хорошо видно. Погнали. Тайники Ченки продрать по возможности. Метку выносим за спину. Где метка? Баганулась. Ну и ладно. Ждем метеора, никуда не бежим пока. Вот, теперь бежим. Уходите, кто там? Сова. Ченки в квадратике стоим. В сумраке, смотрите, будете в квадратику ориентироваться, я буду босса танчить. Глеф, за спину рейду. За спину, под морду не беги никогда. В сторону морды. Угу. Точнее, встаем. Ролю на ретрика, кстати. Пиздец. Гильдии надо это озвучивать. Это я забыл написать, так решил сказать. Он не дает. Мне на танк не надо ничего. Уходим с лужи куда-нибудь, направо, например. Че вы горите там? Бомба на Джураде выноси. Джурада, уноси, уходи с рейда. Джурада, да. А, по диспелу, смотри. Джурада, ты диспелишь сумрак. Я тебя обрадую. Реал диспелит. Ну, пусть наверслип диспелит. Так, вторая фаза, а быстро захотели меня. Захотели меня. Так. Зеленый бабл зашел, БР, быстро дайте ему. О, нет, хозяину. Носа, БР зеленого бабла, чулан, БР хозяина. Бля, вы что заходите? Подождите, я не зашел, блядь. Пиздец, мы заходим, все умираем. Бояры тратить еще на это говно. Зачем вы заходите до танка? Объясните мне. Первый захожу я. Первый захожу я. Потом, когда говорю, хилы заходят, заходят хилы, потом заходит весь рейд. Когда Холеон кастует свою фазу, вот эту вот, когда в сумрак попадает, вообще, блядь, уберите руки с мышки нахуй, чтобы вы случайно портал не нажали, как я вчера. Нет. Не было команды заходить, я... Не, Лимон, ты сказал, заходим? Не, не помню такого. Пол рейдер же не просто... Ну, в любом случае, смотрите, если танк не зашел, вам там нехуй делать, согласны? Мне по-любому нужно 3 секунды, чтобы встать, развернуться и дать хотя бы один скилл. Может, не знаю, может, что натупил, ну хуй знает. Раньше танк не заходил. Я тебе бы посоветовал, да. Я бы тебе посоветовал. Вот как исчезает босс, появляется портал, сразу заходите, не ебать может. Нажать по БЗ и сразу заходите. Да, да там лужа была, я по луже бежал с щитком. Какая разница, эти танки, тебя хуй будет пробивать от этого. Павши, раздавайте. Каски, кулаки, кресты, все дела. Рыбу. Рыбу ешь. Так, чек на пул. Когда все готовы, если все готовы будут, будешь выйдеть босса на войс. Сам и выйди. Хорошо. Что, не нравится тебе выйдите его? Ну так я не там. А, да, ты же ДД. Стойте там. Погнали. Встаем в печенку, квадратик. Алиса на позицию. Даем 2 секунды на пару таунтов ей. Потом врываемся. Да вы метки носите. Алиса, или вани лужу в центр. Сейчас. Так, сейчас не зайдет сова. Сова, ты где? Ау, заходи, сова, господин. Блять, без лута, да. Бьем босса. Вылетел вообще. Ну что так случилось, что Джоуки даже добирает людей нахуй? Не знаю. Метка скоро.
метка, тайный маг. Выносишь в сторону, да, диспелишь сам, убегаем метеор. Кто может себя диспелить сам, маги, друиды, паладины, таманы, если скачанных выняет. Напрягайте хилов. Еще одна метка, мангал за спину. Бежим. Угу, это какой-то робот там стоял, да? Какой-то мелик. Не стойте близко к Хлеону на будущее, чтобы не отрезать тех, кто стоит у вас здесь. Метка на наверслип. Переходка скоро. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, заходим. Если посмеете. Стоим слева, слева. Печенку в эту хуйню в квадрат. Броги, киньте триксы. Гера. Жавани, метко выноси. Лезвие докручивайтесь. Видите, я кручусь, докручивайтесь. Появится лезвие через 10 секунд. Крутимся вместе со мной. Я кручусь, вы тоже. Сейчас лезвие появится. Еще чуть-чуть убегите. Ну, хорош. Все, заебись. Джованни, лезвие, да, ушел? Пожирание мозга. Мас. Под морду не выходите. Помидорка тебя касается. Назад сместили из квадрата. Видите, где квадрат стоит? Друиды, блядь, милики. Что вы делаете перед мордой? Квадрат для кого стоит? Стоите в квадрате, живете. Стоите перед боссом, перед мордой босса. Пизда вам. Двигайтесь. Лезвие скоро. Двигайтесь. Мосса. Бузер. Бузер, метка. Отличный диспел. Выходим с лужи, стоим слева от дракона, захиливать рейд на фул. Лужу под хилом бросили. Да я видел. Так, три трупа, да? Ну, отлично, рейсник там реально потом будет. Шарпи, выноси. Жить когда один процент. Угу. Так, 2, 1, 0, лезвие. Тогда пусть шаман не выходит, я тогда ну, в свету похилю. Угу. Осторожней, Сагрон. Этот нас отъехал, ты нас рыб. Сальву ты дал. Глеф, метка. 51, Твинси. Алиса, лужу разливай. Так, где портал? Стоп, сейчас после лезвия выходим. Потому что там сейчас будет лезвие. Не бегите к порталу. Хоть друид съебался уже, отлично. Так, как только вы отвернули морду Хлеона, портала, первая, вторая группа, выходим в свет. Все, выходите первая. Глеф остается? Тьма, да, тьма, стоп. Тьма, стоп, ДД. Тьма, стоп, ДД. Отъехал, выносит метку. Ресница. Дайте БР Джураде, а Нижегородец. Дай БР Джураде. Джурада, дашь БР Джованни. Чуван, дашь БР Мосе. Либо господин. Алло, тьма. Ленар упала. Ленар, Алиса упала? Блять, потому что 90% было. В смысле? Же стопнули домах. Ну ложимся туда, хули делать. Лиз, не поворачивай его, пусть вот он как стоит, так и стоит. На мне. Ну видишь, я подстраховался на всякий случай. Встаем, летим в инст. Сквозь него туда надо проходить, просто на него бежишь, короче, прям по прямой. А чё, Лиз, потом там резко поворачивается в обратную сторону. Лиз, там перекос у тебя был 90 или 80? Ну а как ты думаешь? А... Конечно, 90 был. Понятно. Господин, что у тебя с интернетом? Он замена сидит. Ты офнулся сейчас перед траем. Так, 11 минут срочно отойти, но это мы успеем рыбу поесть, побавиться. Давай, желание. Что, еще один байт? Да. А что был за гривой диспел такой? Когда кто-то выносил, диспелили прям, короче, весь подрей. Кто это сделал?
если вы будете так диспейлить еще раз, так вот смотреть диспейлы, давайте будем. Бузер, во-первых, не выносишь, Джурада диспелишь в рейде. Джурада, смотри, если я тебе сказал диспелить, значит ты диспелишь только тогда, когда человек вносит метку к стенке, не раньше. Либо человек, который выносит, а диспелит сам, если он может. Пока метка в рейде, пока она не бежит. С кого диспелили-то? Уже. С кого? Какая метка была? Бузер. Джурада диспелил с Бузера. Джурада, не диспелить так больше. Так, Джованни, ты пришел? Следующий трайгер. Чек на пол. Да, если будете так метки диспелить, это будет уже наказываться. Все готовы? Сейчас я вывожу. Кто это тут? А где дракон? Все, вы видели, молодец. Шарпи. Алис, лужу ливани. Так она пропадет. Дракон появится, чтобы он в луже сразу был. БР и КД, я понял, короче. У нас БР все КД. Умирать нельзя. Да нет. Вот, отлично, где? Джурада. БР нет, да? Здесь БР. Кого? У всех. Тогда поднимите Джураду. Глеф выноси. Диспел, метеор уходит. Под руиду дайте 300 баф. Каску, крест, кулак. Ну что там, каску, крест достаточно будет. Инту. Хозяин, метка. Привет. Про что, помидор? Близко к боссу стоим, что ли? А, да хрен его знает. Метеор, где он? Вот тут уходим. Переводим. О, лужа вейд. Влево отходим, вправо, кто-то может. Лучше отходить под жопу, потому что может срубить клиф или дыхание. Под жопой безопасен. 76%. Вы найдете лишь страдания. Входите. Заходим. Слева встаем в квадрат. Кто в квадрате, тот живет. Джурада, метка. Диспелишь себя у стенки. Вот так вот. Со всех, кто выносит. Не жмешь тупо диспел. Что по Гере? Геру давайте. Лезвие. Квадратики, движемся. Мангал метка. Мангал метка. Рейд засиливайте от пелены. ПЦ нету, друид потей. Крутимся чуть-чуть, докручиваемся. Да и баттер выноси. Ты заеб... А как вы так умерли? Под морду зашли или что? Дыхание. Ну, так вот и бегаете. Ладно, будем так убивать. Один хил. Ой, я упал, классно. Ну, понятно, хил упал. Бабл, наверх слип, тут нехуй делать.
Видите, вы раньше бежите, раньше Войда, раньше квадрата, и умираете что под дыханием. Да, умираете, конечно. Зачем вы бежите перед мордой? А ты можешь держать лицо босса за лезвием, там лезвие, а не перед лезвием? Лезвие еще то есть убегать от лезвия, не догонять, пожалуйста. В смысле? Давай, мне наоборот удобнее лезвие догонять. Давай, я потому что то есть ты... если я залагаю, то меня лезвие не срубит. Понимаешь, почему я это делаю? Ну давай, потанчи ты. Да, не, я ж не сдох от или лезвия. Давайте мы с правой стороны станем босса. Так то какая разница, где вставать? Колонна. Если вы умираете от дыхания, ну, значит, вы неправильно бегаете. Ну, ничего страшного, третий вайп бывает всякое. Не садись пока. Очниться не забудьте. Так, я тебя ничего не бафаю. Каски, кресты, кулаки, три пала. Че, давай вот потанчим сумрак. Что, играть разучился? Мамонт стоит. Лимон, кстати, где ты был? Чего? А, да, где я только не был. Чек на пол. Я буду начинать, Элиса, если что там. С пола тоже в свету начну. Иван, Ленар. Алиса, готова? Да, ща. Секунду, пожалуйста. Да я не тороплю, я спрашиваю. Блин, ну странно, постановка как постановка. Что протянуть было нам чуть-чуть, хрен не знаю. Еще раз чек на пул. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Все здесь? Шарп? Все, в центр встаем. Только подальше стойте в печенке, потому что Хали может ваншот друида в прошлый раз. Сунг, ты уход в тень не юзай, я на тебе бдилку дал. Агро больше будет. Прошу вас, ходку кину. Не сильте, не сильте, да-да-да, ходки не кидайте, он агрится на захил. Захил только как дракон появится. Помогаем каска. Сначала нужно выиграть. Все, можно хилить. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Нижегородец метка. Метеор уходим. Ну это уже сотка Журада. Где сойти вы, чё вы? У чуланы. Чулан есть БР? Господин. После метки реснет Журада. Как кто-то реснет. Вставай, друг. Тебе еще сумрак хилит. Под друидом крест дали, пристабав. Импы. Метеор уходим. Зеленый бабл выноси. Переход. Через 3 секунды заходим. Ждем, когда войд скажет. Заходим. Встаем в кружок. Так как он стоит? Ага. Жопой к озеру, ясно. Геру. Геру давайте, да. Хозяин метка. Лезвие скоро. Крутимся, от морды не стоим.
Мак выноси. Крутимся потихонечку. Печенки желательно. Видите, они убегают ближе, блядь, лапы передние. Ну что там, блядь, нахуй мне нужно бегать. Вам и тем более. Нам кило сальво. Отдал. 251. 51%. Спрял, готовьтесь. Глеф, выноси, глеф, выноси, глеф, выноси. В портал с меткой не заходим. Так, портал выходит. Первая, вторая группа. Бегом. Глеф выходит? Хил уходит только один. Глеф, ты, да, ты в реале. Наверсли в сумраке. Твинси выносит огонь. Сжимается Алиса. Блять, я Метеор. Метеор. Наверслип метка. Каплю войду отдал. У меня ГПшечка, походу. А что такое? Я на автомате метку себя близко сетворила. Мы живы, а, ну вы живы там, живы, да? Да. А, ну живите пока. Если косяк можно исправить, то живите. Я тебе с удовольствием дам ГП, не переживай. Спасибо. Текай, мой до реальности по 50 везде. Бузер метка, помидорка метка. Под морду не бежим. Ну все, вот, блядь. Теперь сумрак все время танчит, а я буду редко. Я буду редко. Здесь называется... Хозяин. Уебать от танка, да? Угу. Сейчас специально так рачу, блядь, чтобы меня выкинули с танка. Да, и, блядь, чё ты, чё ты? Глеф, глеф нет. Тише, тише, глеф нет. Глеф нет. Диспель ты, глеф. Я сам диспелился. Угу. Так, вот. Меня отрезало огнем, не могу пройти. Ну, не стоит там тогда. Транквил выноси. Лезвие. Я агро не вижу, если что, говори, Войт, он соблюдает. Все, заебись. Кильте на фул. Могу руки дать. Еще одну каплю могу дать. Даю каплю Войту, хильте его. Крутимся. Отъехал, выноси. Отъехал, выноси метку. Отъехал, выйди с рейда, блядь, глухой. Бузер, метка. Сумраки на ком-то сейчас еще будет, на лезвиях метка. Последнее лезвие, князь, руку выноси. Ну вот и все, Войд затащил, распыляю танк, пизду. Чешка. Чешка, сука, чешка! Ладно, чешка, да, плащ горящего заката. Ну, давайте с него и начнем. РДД, хилы. Точнее, как? Наверное, чё, все-таки... Что упало, говоришь? Чешка хиловская? Плащ, хилы, чешка, да. Спек 21. Больше для нету, да? Спек, да? Ну, для Вани, да. Он писал, что на хила ролит, все пресненьком идет. Я не видел, где... Он вообще-то это плащ на... Ребят, на хила это не пойдет. На хила пойдет, но приору Джованни выше. Джованни, отдаю чешку, 331 ГП. Какую чешку? Плащ. Плащ, туплю. Так, ролим чешку. Хилы, светящаяся сумеречная чешуя. Хилы, эршамы. Ну, Эршаму не знаю, Эрдру точно. Винси 5,5. Больше... Нет. Ох, нихуя себе, Бузер 11 приор. Бузер 11 приор, но у него нету 10 КЕП, так что отдается Твинси. А, про 10 КЕП я тоже помню, да?
Ага, да, действительно, 10 КИП нет, отдаю. Зеленый промазал. А, ладно. Зеленый промазал? Да, у тебя 10 КИП. А у тебя тоже нет 10 КИП, отдаю. Да, я понял. Да, не тяжко, я тут полгода, блядь, ее жду. Да, успокойся. И платы на кому надо, рольте. Предби свои тапки на протопала. На ДК тоже заебись. На боссовые тапки. У меня тапки 277, напоминаю, в раз 20-40. Отъехал, ты на мейн ролишь, да? Отъехал, ДК, ты на мейн ролишь? Или что? У тебя аддон не пишется, что ли? Не, у меня пишется, но я переспрашиваю. Он написал на мейн, но он написал, сори, офф. Ну тогда, если на офф, ну тогда забирай на офф, потому что у князя рука 8.3, у тебя 8.5. По-моему, это эвинарки идет, потому что у них десятки нет. Эвинарки, да. Алло, 277-е тапки, у меня это 271-е. Да, что не отдается? Отъехал, ты что, ушел куда-то в Долоран или что? Вот, отдать лут, прибавить ГП. Я не могу тебе отдать, что за херня. Блядь, дай, еще. Короче, ЕП. Ну, тикнул. Бля, сейчас себе, короче, отдам. Бля, я не могу отдать лут тебе. Потыкай попробую. Еще раз. Дай ЕП, я пошел. Да офисе. ЕП даст. Короче, не отдается. Вот, давай тебе попробую отдать, передашь ему. Отдай шарки. Лимо! Лимо! Еще раз давайте. Если бы он ему нужен был, он бы нажал офспех. Все. Так, напомните, сколько ЕП за РС? 1000. Так, массовое начисление. Плюс заоральство там накидывается сколько, я не знаю. Ну, не знаю, я мне как-то это... Войт накинул уже? Чё? А это в линкуете, да я думаю, сейчас накину. А где квест на РС-ку сдавать? Там под деревом, где болтар стоит. Они наверху? Да у меня что-то нет вообще, не вижу. На храме можешь показать? Такого покоя. А, понял. Косарь начислил. Теперь Журада. Соточка ГП за то, что метеор сдох. На этом, пожалуй, мы закончим. Так, кому я отдал за фулл ГП тапки?